справился с управлением и врезался в столб. Четверо пострадавших в аварии с автобусом остаются в больницах. 14-е по счету. Какие вопросы зададут алтайские журналисты Владимиру Путину на его пресс-конференции? С необычайно редким окрасом местные орнитологи выпустили на волю 4 краснокнижных балабанов. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Четверо пострадавших в аварии с автобусом остаются в больницах. Всего после массового ДТП в центре краевой столицы было госпитализировано 7 человек. Троих отпустили домой сегодня утром. Пассажирский автобус врезался в столб накануне вечером. На место ЧП прибыли спасатели, скорые, инспекторы ГИБДД и полиция. 17 пассажиров медики доставили в краевую больницу номер 1, а 2 детей отвезли в 7-ю детскую. По итогам обследования госпитализация потребовалась 7. У тех, которые остаются в стационаре, травмы легкой и средней степени тяжести. Добавим, сегодня по распоряжению главы Барнаула Сергея Дугина прошло заседание рабочей группы по поводу ДТП. Было принято решение о проведении дополнительных инструктажей с водителями во всех пассажироперевозящих компаниях, а также об усилении контроля за соблюдением ПДД. Компании «Евробус Плюс», которой принадлежит автобус, который попал в аварию, предписано решить вопросы со страховой компанией для выплат пострадавшим компенсаций. 4 алтайских журналиста от 3 краевых изданий сегодня будут иметь возможность напрямую задать вопрос президенту Владимиру Путину. Напомним, большая пресс-конференция начнется в 12 часов по московскому времени. Это уже 14-я по счету подобная встреча президента с представителями СМИ. В этом году на нее заявилось рекордное число – 1702 не только российских, но и зарубежных корреспондента. Сколько продлится общение президента, неизвестно. Дольше всех пресс-конференция продолжалась в 2008 году – 4 часа 40 минут. Наши новости запустили в соцсетях опрос жителей, о чем бы вы спросили Владимира Путина. В числе основных вопросов социальные, в частности, о повышении уровня жизни и пенсии, зарплате и трудоустройстве. Несколько краснокнижных соколов-балабанов выпустили барнаульские орнитологи на волю. Причем у отпущенных на волю птиц есть особенность. Необычайно редкий, почти исчезнувший в природе темный окрас. Так называемая темная морфа. Балабанов вырастили в питомнике редких птиц Алтай-Фалькон Алтайского госуниверситета. С помощью особых методик специалисты обучили пернатых охотничьим навыкам, подготовив к жизни в дикой природе. По словам орнитологов, за 10 с лишним лет работы питомника они выпустили на волю более 400 особей редких и исчезающих видов птиц – соколов, филинов, орлов и других. Барнаул продолжает прирастать этажами. В центре города на улице Димитрова строительная компания «Жилищная инициатива» готовит к сдаче первый дом нового комплекса «Димитровские горки». Весь город у ваших ног. Димитровские горки расположились на естественных приобских склонах, откуда открывается прекрасный вид на историческую часть города. На фоне уходящего в прошлое частного сектора новый 17-этажный дом выглядит как шаг в будущее. И при этом все нужное для жизни. Теплые кирпичные стены, просторные 1-2-3-комнатные квартиры с натяжными потолками и теплоотражающим покрытием на окнах. Благоустроенная и безопасная придомовая территория. Димитровские горки – одно из лучших предложений в центре Барнаула. Дом и снаружи выглядит очень эффектно. И внутри мы постарались сделать много полезных и приятных опций для наших новоселов. В продаже у нас осталось буквально несколько квартир. Приглашаем вас в наши офисы продаж. А также познакомиться с планировками, забронировать квартиру можно у нас на сайте. Важное преимущество – удобное расположение. В шаговой доступности несколько школ, детских садов, несколько вузов, а также торговые центры, магазины, банки и кафе. Словом, все, чем богат центр города. Еще один плюс – транспортная доступность. 5 минут ходьбы, и вы на Красноармейском. Для владельцев авто предусмотрена 2-уровневая подземная парковка. Димитровские горки – все для полноценной жизни. Торговый центр «Знак» представил обновленный отдел керамической плитки, над которым работала команда профессиональных дизайнеров. Теперь проще представить, как плитка будет выглядеть у вас дома. Ванная комната, кухня, коридор. Сегодня плитка не ограничивается только этим. Материал, которым привыкли выкладывать пол, перебрался на стены и может стать украшением вашего интерьера. Стильные уютные спальни, гостиные, столовые. В торговом центре «Знак» около 1000 квадратных метров плитки. И это самый большой выбор в городе. Сюда приходят у нас покупатели за готовыми решениями. Часто здесь сделано все так, как можно сделать вживую. Видят, как расстановлена не только сама плитка, но и мебель, например, предметы интерьера у нас стоят здесь же, хорошо представлены. Часто приводят дизайнеры своих потенциальных покупателей также показать, как это будет выглядеть в объеме.
Керамика, представленная в готовых решениях, может быть любой формы – бетоном, камнем, деревом, текстилем, кирпичом. Дизайнер от компании «Знак» поможет создать неповторимый образ вашей комнаты. В новом отделе представлены яркие коллекции от известных брендов – «Витра», «Эстима» и многих других. Данные коллекции не только эстетичны, но и максимально практичны. Керамике не страшны болезнетворные бактерии, огонь, яркий свет или вода. Если вы хотите увидеть самый большой выбор качественного, красивого и доступного керамогранита, то добро пожаловать в торговый центр «Знак». И в завершении выпуска о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом, решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов «Трофей». Многие мужчины мечтают о трофее. «Трофей» знает толк в подарках. Переменная облачность. В первой половине дня в большинстве районов снег, во второй без осадков и резкое похолодание. Минус 15 в Бийске и Змеиногорске, 22 ниже 0 в Заринске, до минус 27 в Тальменке, в Барнауле 25 со знаком минус. Я напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.